Один из самых юных участников, 11-летний Володар Мурзин, недавно выиграл чемпионат Европы и стал мастером ФИДЕ. Уроженец Нижнего Тагила пробовал себя в робототехнике, футболе, дзюдо и даже танцах, но предпочел шахматы и попал в профессиональный клуб в Химках. А в Таганроге более опытным соперникам ошибок не прощает. Побил его деда 6. Вот это ошибка, наверное, была. Или он... А еще вторая ошибка, наверное, была, когда он пошел в ладья Д8. Надо было просто ходить в ладья Ж2, потом с идеей Е3 просто. Мне нравятся шахматы. И футбол я, конечно, не очень люблю, потому что там пинают тебя. Состав таганрогского турнира собрался фантастически. 7 гроссмейстеров, мастера ФИДЕ, международные мастера. В рапиде каждому дается 15 минут на партию плюс 10 секунд после каждого хода. Вообще мы первый турнир проводили 20 человек, это только жители Таганрога. Но с годами поняли, что останавливаться на этом нельзя. Во-первых, те люди, которые работали с ним, играли с ним, к сожалению, с годами их становится все меньше. На Дону в шахматы регулярно играют 42 тысячи человек, в том числе благодаря шахматному всеобучу. Программа для младшеклассников успешно действует уже 5 лет. Ростовская область является субъектом-лидером по развитию шахмат в Российской Федерации. У нас более чем 1000 школ в Ростовской области. Дети занимаются шахматами, нам удалось создать эти условия. По итогам 11 туров сразу 3 шахматиста набрали по 8,5 баллов. По дополнительным показателям кубанский специалист быстрой игры Олег Вострухин стал третьим. Представитель Луганска Тарон Шекбазян победил. А ростовчанин Дмитрий Кряквин, ныне представляющий Пятигорск и Северокавказский федеральный округ, получил серебро. 3 года с супругой мы прожили в Тюмени. Вот. Сейчас мы вернулись, у нас там небольшие перетрубации с покупкой, продажей жилья. Но дело в том, что вот в Ростове мои родители работают, а мы с женой шахматисты, и играть некому от нашего Андрюши оставлять. Вот. А в Пятигорске Ленин отец, он на пенсии, он с ним сидит. В женской классификации победила кандидат в мастера спорта из Волгодонска Евгения Сухарева. А у девушек не старше 19 лет второй стала 10-летняя таганроженка Эвита Черепанова, недавно выигравшая в Черногории чемпионат Европы среди школьников. Лев Клинов, Станислав Фоменко, Дон-24, Таганрог.